Всем привет, друзья! Меня зовут Флоки, и добро пожаловать на новый ролик по игрушке «Мама». Мы продолжаем играть. В прошлой серии вы мне подсказали, что делать с этим кодом. Я помнил это, но что-то как-то не особо помнил, видимо. Сейчас мы это сделаем, подправим все, что было неправильно. Так, нажимаем кнопочку «Продолжить», давайте. Ага, это мы сразу откроем. Ух ты, тырым-пырым, какие звуки-то, а? Страшные, неприятные. Так, у нас, в общем-то, порядок. У нас тут порядок. У нас тут не код, а именно порядок. Вторая, четвертая, первая, третья. Ну, 24-13, в принципе, достаточно просто запомнить. 24-13. А мамуля, давай пиликай вон куда-нибудь там подальше от меня. Ага. А мы побежали. 20. Ну, обратно? Нет, вроде все хорошо. Так. 2. 4. 13. Пара-па-пам-па-пам. Что произошло, я не знаю. И знать, в принципе, не особо-то и хочу. Так. Слышно. Мамулю слышно. Где-то она топает. В комнаты она не особо заходит, так что это хорошо. А вот в какой комнате был нож? Вот этого я не помню. И для чего нужен, кстати, я до сих пор тоже не понял. Нет, ты там идешь или где ты? Идешь. Ну давай быстрее, проходи, чтобы я тут мог все сделать, и потом уже этот, как его, по делам пойти. А то что-то я устал в одной комнате сидеть уже. Так, ну как хочешь. Что такое? Кисточка? Нет, вот я так и не понял, а для чего она нужна? Ее сначала надо помочить, может быть, тут. Ух ты ж. Ой-ой-ой. Она сейчас сюда не придет случаем? От того, что я пошумел-то. Она может. Не, все нормально. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо. Я жив пока что. Я вообще удивлен. Что такое-то? Что делать надо? Так. Она ходит. Бродит. Все с ней окей. Она живая. Так. Ну, вот. А, все, я помочил, видимо. О! Я нарисовал что-то. Что это, блин, такое? Что с этим рисунком теперь делать? Бросил кисточку нафиг. И, собственно говоря... Да. Какая-то картинка. Но что с ней делать? Ой, тихо-тихо-тихо. Ее не заберешь никуда. Вот в чем проблема. Ладно, пусть она остается тут. Пусть она реально остается тут. А я пока пойду дальше соображать что-нибудь. Куда пойти, интересно? Тут надо ставки, блин, делать. Куда идти-то? Чтоб тебя не грохнули. Так, ключик возьму. Он мне нужен, вы сами знаете это. Ключик тут по факту точно нужен. Только вот надо найти комнату, куда его юзануть. А откуда пойдет мама? Вот это уже совсем другой разговор. Главное, ей не попасться навстречу. Надо очень внимательно слушать. И не перепутаться своим шагом. Вот в чем беда. Она может прямо у меня перед лицом тихо оказаться. И будет ой-ой как неприятно. Ладно, ее тут нет. Тогда я открываю эту комнату. Ой, блин. А тут она меня не запалит-то? Что-то как-то... Территория такая неприятная. Давай бросим. Она сюда зайдет, интересно? Уф. А нет, подожди. Рано я расслабился. Очень рано. Тихо. Все. Мамуль, давай. Ты иди гуляй, а я тут этот как его... Посмотрю, что можно, в принципе, покумекаю, поделаю что-нибудь. Может, что-то-то и смогу бахнуть. Хотя, что-то как-то... Ой, я закрыл! Дверь. От нее закрылся такой нормальный перец. И сижу тут, да? Это все, конечно, интересно. А она точно ко мне зайти-то не сможет? Вот у меня вопрос. А что в этой комнате тогда делать, раз вот я ее открыл, да? Все хорошо.
Ну, что-то как-то это... Толку от того, что я сделал, конечно, немного. Эх, как шкаф-то открыть? Никак. Он не открывается. Нарисовал какую-то картину я, ребят, сегодня. Это единственное... А хотя вот эту комнату я еще открыл. Это единственное, что я сделал новенькое после прошлой серии. Так. Ох, да она зашла ко мне в комнату. Какого черта? Как? Она сквозь двери, что ли, видит? Меня не предупреждали. Офигеть, блин. Ну, короче, мамуль, я тебя понял. Ты... Немножко офигевший. Ах ты, блин, ё-моё, бабой, мамуля, бабуля, валим отсюда. Ух ты ж, блин, побыстрее давай, чё-то, ты давай. Пиликай, блин, до этого шкафа дурацкого. Всё, я в домике. Ух, нормально, так меня, конечно, поймали. Ладно, короче, я знаю, где нож, он в столовке. Для чего этот нож? Я не знаю. Ведь в прошлый раз, когда я этим ножом пытался в нее кинуть, ей было пофигу. Это, блин, как мачеха. Кидал в нее ножницы, ей было пофигу. В маму кидаешь ножом, ей пофигу. Если это повторить со мной, от того и того мне кирдык. Это нелогично как-то. Так что, этот как его? Разработчики. Тихо. Вам надо немножко сообразить по этому поводу. А то мне не совсем нравится то, что на маму не действуют закон, и на мачеху не действуют такие законы, которые действуют на меня. Это как-то нечестно. Ух ты, нифига я этого раньше не замечал. Так, у нас нож, вот он. Ах, нашел, прекрасно. Что с этим ножом делать, непонятно только. Но пусть будет. Конечно, это мне не прибавляет смелости. Хотя, конечно, нет, все-таки немножко прибавляет, как бы. Нож в руках... Не так страшно от мамы, но она тебя все равно убьет, как бы. Ну, короче, да. Замкнутый круг, тебе ничего не поможет против нее. Такая вот она мама. Так, а может быть что-то здесь на столиках я... Ты что тут делаешь? Подруга. Ё-моё, ты как пришла сюда вообще? Тебя кто пустил? Тебя кто сюда пустил вообще? Ты как решила зайти в столовую, блин? Ты совсем офигела, мамка? Ё-моё, что ты творишь? Так? Чё не активируется? Руби, режь! Нет, не режет. Ух, беда! Ну, сейчас мы с ней встретимся, наверное, лицом. А может тут? Нет, для чего этот нож дурацкий нужен, а? Мне кто-нибудь объяснит? Я до сих пор не могу понять, например. С чем... А, может, мне надо мишку разрезать, а? Так, ну окей. Короче, ой, подожди, а где комната с мишкой-то? Чё-то я её потерял. Так, а мама где? Это тоже я потерял. А вон она, да? Или мне показалось? Тут ничего нет полезного. Так, хорошо. Ух, как я аккуратно хожу. А это что-то... Еще один ключ. Откуда? Я не пойму. Но это близко. Но я выжил. Ах ты, нет, я еще не выжил. Так. Раньше времени нельзя тут радоваться. Ой-ой, камера. Ух, все? У меня есть новый ключ. Я вообще думал, это костыль какой-то. Когда первый раз посмотрел. Но это ключ. Ладно, хорошо. Фух. Ну, вроде как... Щиток я видал. Сейчас мы пойдем к нему тогда. Он в комнатке, где этот... как его? Тюрьма. Вот тут вот. Чё, блин? Ага. Так. Щиток. Вот, может, куда ножик. Может, сюда действительно? Сейчас сообразим. Надо везде шкафы... Тихо. Идет. Ой, нет, с другой стороны, вот обманщица. Надо везде шкафы пооткрывать, короче, чтобы, если что, знать. Так. Ой, как? Подожди, надо спиной поворачиваться, говорили. Только не пугай. Только не пугай, прошу тебя. Фух, куда пошла? А, давай-давай туда иди как раз-таки. Фиг с тобой. Все, погнали. Ё-моё. Как же это опасно, а?
Как же это опасно. Ну я, ребят, пытаюсь вообще изо всех сил сейчас рубиться. Пойдем с другой стороны, она, наверное, придет на шум. Будем надеяться, то, что придет. А не ко мне навстречу пойдет. Блин, реально, что ли? Вот с ножом надо перерубить там что-то, какие-то провода. Надеюсь, что да. А! Скорее всего, знаете, что будет? Там откроется клетка, если я эти провода перерублю. И со мной потом закроется, когда я туда зайду. Тихо. Подожди, подожди. Ух ты, ё-моё. Ага, все хорошо тут. Все чисто. Но это пока что. Радоваться раньше времени нельзя. Ё-моё. Меня тут нет. Я потерялся. Ах ты, да как же ты, ёкарный бабай, но у меня был один шанс. Ох, поймала меня все-таки, а. Вот говнюшка-то, а. Ой. А мне еще раз дали шанс? Игра, ты меня радуешь, ё-моё. Что с тобой? Мне главное его не профукать сейчас. Ах ты, блин, я сейчас его профукаю, походу. Валим, 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 валим. Игра мне постоянно дает еще третий шанс. Она меня любит, походу. Я не знаю, что с ней. Игра меня реально любит. Подожди, садимся и нафиг сидим вот тут вот в уголке. Все, меня нет. Смотри, она прям смотрит. И пропала. Нормально? Окей. Фу, жалко, она полностью из игры не пропала. Я бы хотя бы мог изучить тут дом. Я вообще потому что такой тупой, блин, в этой игре. Это ужас. Так. Так, так, так. Она раз туда пошла. Я очень смело, если иду за ней. Но у меня не остается вариантов. Потому что именно в этих комнатках мне надо делать. Подожди. Ой, здравствуйте, здравствуйте, мамуля. Приветствую вас. И до свидания, говорю сразу. Все, я спрятался. Не трогайте. А что я вот в эту сторону поворачиваюсь? Тут можно тоже нажать. Что это означает? Давайте попробуем. Ой, блин, это шкаф-то открыть. Ты вы чё? С ума что ли сошли? Какой шкаф? Нужна коробка. Ну, коробка-то да, я знаю. Что-то я еще сегодня ни одну не... А вот, одну нашел, кстати. Одну нашел. Ну, смысл мне это делать, если я не пойму, что делать дальше? Мне как бы нужно побить свой рекорд с коробками. Но тут я уже продвигаюсь гораздо лучше, если честно. Так-то. Прям очень даже. Не знаю, что-то делаю. Что-то получается. Ой, вот это нежданный гость. Ну, в принципе, тут ничего не поделаешь. Она несется как бешеная просто. Отдыхаем. Ой-ой-ой, она уже близко. Я еще раз бегу. Ну, короче, у меня вот такая тактика. Тут можно реально так от нее бегать. Нормально, по идее. Главное, чтобы она сейчас не вернулась. Ладно, я бегу вот в эту комнатку. И попробую сейчас тут перерубить. Да! Реально! Подожди-ка. Серьезно, блин? А я раньше-то и не догнал до этого. Теперь вопрос в другом. Молоточек вот сюда. Ух! Ух! Нет, пожалуйста, не убивай! Я впервые так далеко прошел. Подожди, все, я спрятался. Как я напугался, капец! Извините, ребят, кого я сейчас напугал своим криком, наверное. Ох ты, блин, она меня схавала, черт. За что, мама, я впервые дошел до молотка. Вот ты гадина, а. Это, ребята, мой самый настоящий рекорд. Я так понимаю, мамуля ползать по вот этим проходам не может. Это очень облегчает нам игру. Но вопрос в другом. Почему она облегчается тогда, когда я уже научился в нее круто играть? Ну, круто имеется в виду не я, а кто-то другой, допустим. Ну, потому что, чтобы дойти до молотка, нужно уже тут капец как чего наделать. Почему она облегчается тогда, когда, наоборот, она должна усложняться? Немного нелогично. Ну, наверное, и так было задумано, чтобы было нелогично. Я так думаю. Но я впервые открыл вот эти дощечки, по которым, видать, можно ползать. Это для меня просто огромное достижение в этой игре. Ох ты, а я такой... Ах, блин, что-то не побежала. Думал, крутой убегу, но не получилось.
Ну ладно, ребят, этот ролик был уже гораздо эпичнее, гораздо продуктивнее. Я хотя бы уже понимаю, что нужно делать. Фух, я думаю, к следующей серии я уже соображу там и на 3 коробки. Как вы думаете? А может и на все 5. Их 5 же, да, надо? Ну, посмотрим, короче. Если еще есть какие-то подсказочки, ребят, то пишите. Я обязательно их использую в следующей серии. На этом все. Не забывайте делать стандартные ютубовские делишки. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем удачи и пока-пока.